Так, Нурбек, ассалам алейкум. Валейкум салам. Пару слов буквально, вот, ближайшие планы наших девочек. Да, мы сегодня находимся на берегу Исык-Куля в Орионе. Как мы всегда базируем. И приходит тренировка, уже 10 дней прошло. Мы потренировались, вот через 2-3 дня мы опять в Бишкек приезжаем. Мы будем продолжать в Бишкеке тренироваться, там будет совместный сбор с венгерской командой, которая 25-го приедет, они будут до 6 марта, и мы тоже вместе с ними уедем в Анталию на международный турнир Яшар-Догу, где будут принимать наши спортсмены на этом турнире участие, и это последний турнир перед чемпионатом Азии и квалификационным азиатским турниром. Удачи! Да, спасибо.